Добрый день, уважаемые посетители сайта куплюинтернет.ру. Сегодня мы с вами посмотрим вскрытие замечательной коробки а-ля посылки из Канады. Канады, опять же, да, повторимся. Канада, день сурка сегодня у нас, Дима, опять. А, в этой волшебной коробке, вроде бы как, по нашему разумению, должен быть яблочный девайс под названием Apfun 5. Объемом 16 гигабайт. Мы на это искренне надеемся. Ну, сейчас, собственно говоря, мы с вами поймем, так ли это, али нет. Само вскрытие, то, что внутри коробки, как все упаковано, показывать не будем по ряду этических соображений. Но, собственно говоря, сам iPhone, конечно, покажем. Итак, вскрываем посылочку. Да, единственная ремарка, почему-то на коробке написано «не вскрывать ножом». Ножом. Но мы здесь нарушаем умышленно данную норму права. Нож. Скрываем ножом. Скрываем ножом, да. Собственно говоря, уже процесс вскрытия произошел. Так, тут пакетик. Тут еще канадский один, пакетик. Еще один канадский пакетик. Ну и тут другие канадские пакетики, которые нам не интересны. Вот, собственно говоря, все. Спасибо большое за внимание. Всем всего доброго. Теперь есть подозрение, что самое интересное лежит здесь. Теперь мы это проверим. Что-то, Диман, я очкую. Я есть очкую, подозрение, что что-то коробка достаточно легкая. Конечно, понимаю, что купертиновцы уменьшили вес железяки. Я три раза уже так делал. Да? То есть, это у нас опять же день сурка, да, я так понимаю? День сурка, он повторяется. Запаковали, распаковали. Каждый год как минимум, а у нас по три раза на год. Да, после сентябрьской презентации каждый год Дима заказывает посылку в Home Canada. И опять же радует вас хом-видео. Так, и вот она, коробочка, еще одна внутри. Короче говоря, матрешка продолжается. И здесь мы видим, что здесь что-то еще лежит. Короче, Димыч, я вкупил тему. Матрешка это не русская национальная игрушка, а канадская. Однозначно, канадская. Итак, здесь мы видим непонятный девайс. Дим, не так быстро, не успевает нас ловить девайс, камера. Девайс. С отрезанным проводком. Но это на самом деле муляж. Пенопласт. Смотрите, обыкновенный, классный, да? Обыкновенный, который можно пошуршать. Кого интересует химический состав, пишите Диме в личку. Он ответит. И далее идет еще одна коробочка. Черная. Пустая. Коробочка. Ну, сейчас проверим мы это дело. Что там внутри есть у нас. Так, попытаемся скрыть. Диман, не так резко, тебе надо было кипануть сначала, чтобы руки не дрожали. Ловко. Не кипануть. Время 12 часов, кстати. Да, можно пить уже. Если пьешь до 12, то это алкоголизм, а если после 12, то это здравая и грамотная похмелка. Бесплатный совет. Ну, Никита говорит, что нецелесообразно, что неосторожно опохмел ведет к длительному запою. Это так тебе ремарка, ну, на будущее. К сожалению, жизнь сложна. Удивительно. Но транссерфинг реальности нам в помощь. Итак, прорвавшись сквозь дебри, мы добрались до коробочки черненькой, на которой написано... Так, подожди, Диманыч. iPhone 5 Black 16 гигабайт. Пипец. Ура! Аллилуйя, брат. Телефон пришел. Ну что, уважаемые друзья, сейчас мы возьмем небольшую паузу. Завершим, так сказать, вскрытие нашей коробки. Цель, надеюсь, мы смогли достичь. Если у кого-то есть какие-то вопросы по тому, как купить, где купить, ну и, собственно говоря, что купить. И что делать с деньгами. Да, если нет, что делать с деньгами, это вопрос риторически. Отправляйте нам, вот мы найдем им достойное применение. Абсолютно в дырочку. Спасибо большое, всего вам доброго, до встречи на нашем замечательном сайте. До свидания.